Итак, жизнь означает несколько вещей, которые надо просто усвоить. Первое, жизнь означает всегда принятие. Поэтому Иисус Христос взял на себя свой крест, чтобы показать нам, что мы должны сделать то же самое. Если человек свою судьбу не принимает, значит, он помирает. Если человек принимает, значит, уже путь к счастью открыт. Первое. Второе. Каждую секунду жизни человек должен стараться оторваться от себя и делать что-то для других хорошее. Это тоже означает жить долго. Когда человек трудится для других, забывает про себя, он становится счастливым, жизнерадостным, как только сосредоточился на себе, а вот это и мучает. Меня бросают, мне плохо, это сосредоточенность на себе. Так действует судьба. Не то, что я плохой, просто судьба накрыла. Когда человека судьба накрывает, она его привязывает к себе. Этот человек спит постоянно и видит о том, мне плохо, у меня все плохо. Это означает, судьба привязала. Как это побеждается? Оставь свои заботы. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему. Иди всегда дорогою добра, то есть забудь про себя, служи другим. То есть первое – это принятие судьбы. Надо к этому стремиться. Принятие означает расход энергии. Чтобы принять судьбу, нужны силы. Поэтому следующая тактика, которую человек должен выбирать – есть свободное время. Иди на природу, иди к добрым людям, слушай лекцию, желай всем счастья. Не смотри телевизор, не занимайся всякой ерундой, иначе ты приближаешься к смерти. Понимаете? Потому что смерть будет заставлять тебя к себе приближать. Она будет говорить, не иди на природу, не занимайся зарядкой, не желай всем счастья, не молись, смотри телевизор.